Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я принимаю эстафету осеннюю от канала Лада Б. Ладочка, тебе привет! Спасибо большое, что передала мне эстафету. С Ладочкой мы знакомы уже давно. Могу сказать, что ее канал я очень сильно полюбила. Все, что вы хотите узнать о бьюти-продуктах, о декоративной косметике, о моде, о стиле, увидеть видео с распаковками одежды и косметики, вам на канал Лады. Также она снимает очень много влогов интересных. У нее замечательная семья, двое замечательных сыночков, муж. Также она снимает видео с сыном, интересные смешные челленджи. Проходите, ссылку я оставлю в инфобоксе, вам будет очень интересно. Эстафета на тему осени. Я считаю, что такие эстафеты на Ютубе очень прикольно. Можно узнать что-то интересное о блогере. Так что быстренько начнем. Решила я снять эту эстафету в парке, так как осенняя тематика. Но у нас сегодня почему-то не осень, а лето. Вернулось лето, реально жара. Первый вопрос. Но как такового у меня не то, что любимый это запах. Осень у меня ассоциируется с запахом листвы, с запахом дыма, скажем так. Именно осенью начинают жечь листву, и вот именно вот этот запах, ассоциация с осенью. Но это, конечно, не любимый запах, а так особо запаха осени нету любимого. Мой любимый осенний напиток, ну, у меня нет также как такового любимого осеннего напитка. Просто мой любимый напиток это кофе, потому что я его пью осенью, зимой, летом, весной. И можно сказать, что это мой любимый осенний напиток, потому что осенью я тоже пью каждый день, каждое утро кофе. Любимый предмет гардероба на осень... Скорее всего, это водолазка. Я очень люблю водолазки. И шерстяные, и с тонкой вязкой, и с толстой вязкой, и тонкие, и толстые водолазки. В общем, любые водолазки я люблю. Лучший способ провести дождливый осенний день, это же, конечно, под одеялом дома включить какой-нибудь любимый фильм и просто тупо валяться, лежать, ничего не делать. Но, увы, так не получается даже в осенний дождливый день и даже в выходной день так не получается. Поэтому вот для меня провести хорошо осенний день – это вот просто поваляться хотя бы пару часов утром подольше обычного в постели. Вот это для меня будет хорошее начало дня. Я вообще не люблю ужастики, и я не смотрю ужастики, но у меня вот с детства фильм «Кошмар на улице Вязов» и «Твин Пикс». Тогда это считалось, наверное, ужастиком, триллером. А так, вообще не люблю ужасы. Что-то, если из современного, фильм, который я смотрела, называется «Тебе конец», но это не ужастик, но именно после этого фильма я почему-то боялась спать. Все время думала, что кто-то под кроватью лежит. Кто видел этот фильм, тот понял, про что я. Вот, а так, ужастики не люблю. Я не люблю также сладости, не любительница. Изредка, иногда, когда желание возникает что-то съесть сладкое, но оно возникает редко. Но в основном я ем горький шоколад. Я осень не очень люблю, поэтому сказать, что я люблю больше всего, это когда выглядывает солнышко и нет дождя. Вот для меня вот это хорошая осень, такой легкий прохладный ветерочек. Не дождливый. Вот это мне в осени нравится. Следующий вопрос вообще я могу... Он меня в ступор просто вел. Моя любимая свеча. У меня нет любимых свеч. У меня вообще нет дома ни одной свечи. Вот просто нету. Была одна свечка какая-то когда-то про запас, если вдруг отключат свет. А так
Я вот смотрю девочек-блогеров, у них свечи ароматизированные, красивые. Я уже думаю, блин, со мной, наверное, что-то не то. Почему у меня нет свечей? Уже мысль такая, надо прикупить срочно свечку, хоть какую-нибудь, чтобы она была для галочки, скажем так. Мой любимый осенний бьюти-продукт – это средство с кислотами, потому что ими я начинаю пользоваться только осенью, летом, весной, когда сильное солнце, невозможно пользоваться. Я люблю пользоваться кислотами, и они хорошо восстанавливают кожу. Сразу с наступлением осени, пасмурной погоды, я начинаю использовать этот бьюти. Ну, наверное, бьюти-продукт, я считаю, что это. Вот. И могу сказать с уверенностью, что мой любимый осенний бьюти-продукт – это средство с кислотами. Ну, мой осенний любимый лук – это кожаные лосины водолазка с ботинками. Вот я обожаю такой стиль. Я люблю водолазки, люблю кожаные брюки, скажем так, ну, под кожу, типа заменитель кожи. И ботинки такие, какие-нибудь такие мощные на платформе. Так что, скорее всего, вот это. Как таковых осенних традиций нету, но у нас с мужем 30 октября годовщина, когда у нас была свадьба, поэтому мы этот день как бы отмечаем вдвоем для себя. А так осенью какой-то традиции такой нету определенной. Дни рождения у нас у всех зимой либо весной, поэтому единственная дата и традиция – это годовщина нашей свадьбы. Что я люблю кушать осенью из еды? Я вообще люблю все время кушать. Мне кажется, я все время хочу кушать, хотя я ем очень мало. Муж говорит, что я очень мало ем. Но если с осенью это ассоциировать, то я, скорее всего, люблю что-то горячее, какие-то супы, более жидкости какие-то, потому что уже начинается прохладно, хочется согреться и хочется такого что-то горячего. Поэтому осенью я больше, наверное, начинаю кушать что-то из первых горячих блюд. И празднуем ли мы Хэллоуин? Когда я прочитала этот вопрос, дома зачитала. Макс, ты как ответил? Мне обидно, что не празднуем. Да, сыну очень обидно, что мы не празднуем Хэллоуин. Как-то, ну, в России не особо его празднуют. Хотя я вижу, иногда молодежь ходит разряженные, наряженные. Мы не праздновали ни разу и не празднуем. Для сына это прям печаль печальная. Потому что он любит такие там всякие скелетики, там, не знаю. Почему тебе жаль, что мы не празднуем? Мне нравится его, как он выглядит. Вот, сыну нравится вообще, этот праздник. Ну, вообще, вот эти все прикольные штуки. Да. Ну, вот, наверное, вот такие ответы. Обычные, простые, ничего особенного. Эстафету должна передать двум девочкам-блогерам. Я очень долго думала, кому передать эстафету, потому что я много девочек смотрю, мне многие нравятся, но я думаю, тому, кому я передала эстафету, они передадут дальше тем девочкам, кому я бы хотела передать, но, сами понимаете, всем эстафету передать, ну, так будет нечестно. Поэтому я передаю первую эстафету, я передаю, ну, конечно же, я не могла не передать этой девочке, которой на расстоянии, я понимаю, что с ней легко общаться, легко на подъем. Наташа, я говорю про тебя, это канал Натали Стар, моя история, замечательная, веселая, активная, пробивная девушка, которая идет к своей цели, за что вот я уважаю ее. Наташа, ты молодец. Продолжай дальше в том же духе. На ее канале вы сможете замотивироваться на любую уборку. Также посмотреть влоги. У нее две замечательные девочки, муж. Она снимает интересные видео. Всегда на позитиве, интересные мукбанки, интересные ее выражения, которые просто можно записывать в блокнот. Так что, Наташа, эту эстафету я передаю тебе, надеюсь, ты ее примешь.
вторая девочка, кому я передаю эстафету. С этой девушкой я знакома недавно, но вот бывает на расстоянии ты чувствуешь человека, который просто простой в общении. Я люблю простых людей в общении, без высокомерия, без какого-то надменного тона. Вот это именно такой человек, который простой в общении, поможет тебе, подскажет что-то. Это канал, я могу неправильно назвать, Света, прости меня. Канал называется СВ Сема. Девушку зовут Света. Света, тебе огромный привет. Вот просто мега позитивный, положительный человечек, который ведет интересный канал про свою семью. У нее трое замечательных детишек, две доченьки и сыночек, муж. Девушка живет в Украине. Она учительница, что для меня было большим шоком. Но не то, что шок, что она учительница, ну просто как-то неожиданно было. Вот, у нее интересный канал, канал влогов, интересные темы на этом канале, интересно рассказывает, хорошо поставлена речь. Проходите, посмотрите, все ссылки будут под видео. Вот, я бы хотела еще передать многим девочкам, но вот так получилось, но это не значит, что я перестану смотреть тех, кому я не передала. Вот, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я не особо много разговорчивый человек, скажем так. Не люблю много разговаривать, поэтому у меня всегда вот так все получается. Быстро, коротко на все вопросы ответила и нормально. Лада, тебе еще раз спасибо огромное. Спасибо вам за поддержку. Подписывайтесь, пишите комментарии, будет очень интересно почитать. Всем до новых встреч и всем пока. Как Максим сказать? Осень. Что осень? Нет. Господи, я все слова забыла. Или тут не одежда имелась, предмет на осень. Может, здесь не одежда имелась в виду? Мой любимый осенний предмет – это... Я даже не знаю, что мой любимый осенний предмет. Максим, у тебя что твой любимый осенний предмет? Сейчас будут как дикари смотреть. Там люди идут. Люди идут, а я нос чешу. И камера стоит. У меня вообще какие-то незначительные такие ассоциации с осенью.